Всем привет, с вами принцесса Луна. И сегодня новая программа Мастерилка 2. Да, Мастерилка 2. И сегодня мы будем делать кристальную книгу и сердце. То есть мы будем делать из кристальной империи и кристальную книжку и сердце. Так как это очень легко делать. Итак, книгу про кристальных пони. Вот, что нам понадобится для книги? Листочек бумаги нам понадобится и степлер, и фломастер какие-нибудь. Вот. Как раз вот фон у меня есть кристальные перья. Вот давайте продолжим. Давайте начнем с книжки. Книжку делать легко и просто. Сначала мы берем. Отрезаем небольшую бумажку. Для этого нам тоже еще не нужны ножницы, но я их еще не достала. Вот они, ножницы, да. Вот. Сейчас я свой телефон поставлю. Вот так вот. Вот. Ай, простите. Просто он не стоит у меня, так как это не камера. Вот. Сейчас. Поставлю как-нибудь. Ну, в общем, отрезаю небольшой кусочек бумаги. Сейчас я его так поставлю. Да, отрезаю небольшой кусочек бумаги. Сейчас скажу примерно какой. Ну, какого вы размера хотите делать свою книжку? Ну, мы ее будем делать для пони. Вот. Вот примерно у меня такого размера с экраном. С экрана до телефона, вот так. Так, теперь сворачиваем ровно пополам. Да, ну правда, если не совсем получится ровно пополам, то ничего. Теперь делаем вторую, точно такую же штуку, чтобы... Ну, точно такую же, это примерно. Ну, делаем тоже такой листочек. Вот, и сгибаем его пополам. Теперь вкладываем вот так. Вкладываем. Берем ножницы и подрезаем неровные края. Чтобы было красиво. Вот так я подрезала неровные края. Вот у меня получилась книжка. Дальше берем... Степлер, ну у меня степлер телефон стоит, ну ладно, вот, берем степлер и, короче говоря, скрепляем, можно даже один раз только скрепить, так, вот, я скрепила эту книжку, тут, ну все-таки это криво больно, значит мы берем антистеплер, у меня тут есть такие вот, прибамбасы, всякие скрепочки и прочее. Вот у меня есть желтенький антистеплер. Наверное, много кто уже знает, что такое антистеплер. Так как он вообще, вот, скрепелялка такая вот. Ну, в общем, сейчас я раскрепляю эти скобки. Конечно, сейчас вообще не до того. Ну, подождите немного. Сейчас я их раскреплю. Ну, то есть, как бы просто раскрепляем, да? Ну, ладно, их потом раскреплю. Значит, убираем степлер в сторону, вот. Ну, нам надо нарисовать кристальную империю, книжку. Так что, сейчас я раскреплю, наконец, эту противную скобку. Или нет? Да, надо нарисовать книжку из кристальной империи. Вот, сейчас я раскрепила эту противную скобку. Просто никак не вытаскивается, простите уж меня за это. Вот, все, я вытащила ее. И еще раскрепляем. Ну, вы не скрепляете, я скреплю, потому что у меня слишком было уж ненормально. Вот, так, скрепляем дальше. Вот, видите, вот листочки всей этой книжки. Ну, там можно сделать вот любым фломастером вот такие вот строчки. Ну,
как вы понимаете, вот, вот так. И даже что-нибудь нарисовать. Так, значит, дальше. Вот такая вот книжка, мы ее вот должны рисовать. Вот такая книжка, но это ноутбук. Не обращайте внимания. Вот я потом нарисую и покажу в следующей стрелке, как это получилось. Значит, еще. Вот в той мастерилке, вот что, сейчас не приготовила. В прошлой мастерилке первый. О, свет надо включить. Да, уж просто. Да, в прошлой мастерилке первой мы делали элементы гармонии. Я их сейчас покажу. Вот они у меня в этой шкатулке лежат. Сейчас я ее открою. Да, там лежат элементы гармонии. Вот. Вот этот браслет. Но он не из мастерилки. Я его не был в мастерилке. Это я сама сделала. Вот браслет. И вот это. Вот элементы гармонии как раз какие получились. Вот. Так, получилось. Это браслет. Тоже я сама сделала, но я не буду показывать, как будет делать мастеринки. Кому интересно, пиши в комменты, чтобы я сделала этот браслет в мастеринке. Я просто пока не буду делать. Вот, шкатулка такая. Да, вот. Итак, дальше у нас, да. Я еще хочу сделать кристальное сердце. Кристальное сердце, оно делается легко из пластилина. Сейчас, вот, в общем, я, правда, не нашла в интернете фотографию, вот этого сердца, но зато, вот, я нашла зато в интернете, Кьюти Марку Каденс. Сейчас я наберу. Вот. Вот тут. В общем, это сердце делается легко. И я сейчас даже сама знаю как. Вот берем голубой пластилин любой. Какой по-вашему вам нравится. Вот голубой у меня. Берем, да, немного отрезаем. Сейчас я поставлю свой телефон настоящий. Да, телефон у меня точно не стоит, это я говорю сразу. Потому что телефон, он никакой телефон не стоит, в общем. Ну да, мы делаем сердце легко и непринужденно. Так как сердце, ой, я вообще помню, как оно делается и без этого. Вот, да, берем немножко, отрезаем от пластилина, хотя бы 1/5, вот немного отрезаем от этого вот кусочка. Ну, еще одну такую маленькую, так как это было маленькое уж. Так что вот, вот так, столько вот отрезаем и совмещаем. Да, это... И лепим из этого сердца. Надо для этого размять этот пластилин. Просто потому что он плохо лепится. В общем, это видео, наверное, будет побыстрее, чем первая мастерилка. Она где-то 20 минут шла. 20, 10 и 10. Ну вот. Сейчас я слеплю сердечко. Ну просто я, может, его потом подровняю. Сейчас оно может быть не слишком-то ровное, конечно, по причине той, что я еще его до конца не размяла. Ну вот, какое-то примерно сердечко такое вот. Ну, знаете, вы сделаете, короче, сердечко получше, может, чем я, потому что я еще не совсем так уж прям сделала. Ну ладно, вот сердечко. Дальше мы делаем, отрезаем еще совсем чуть-чуть. От этого пластилина, в общем, немножко, совсем немножко, да, мало отрезаем,
Наверное, вот столечко. И катаем из этого колбаску. И прикрепляем к сердцу. Так мы делаем это. Так как оно там было. И вообще, да, еще немного отрезаем ножичком. Блин, где же нож мой? И просто немножко отрезаем и еще колбаску катаем. Просто это так, как было в сериале, насколько я помню, да. Там у нас было, что она вообще была вот так на двух. Вот, как-то так. Но оно было примерно, знаете, вот, сейчас скажу, вот так. Вот так, наверное. Вот, сейчас покажу, сейчас подниму этот отдельный. Вот, так вот. Ну, я не знаю. И вот это кристальное сердце можно прикрепить к фону, если вы хотите. Вот, такое 3D-сердце. В общем, делается оно очень легко, да. Ну ладно, всем пока. С вами была Витя Слуна и программа Мастеринка. Пока.